Всем привет! Наверняка вы слышали народную мудрость. Не знаешь, чем заняться? Качай попу. И с этим не поспоришь. Упругие ягодицы никому не помешают. Поэтому разминаемся и приступаем. Начинаем с выпадов. Сразу скажу, что все наши упражнения будут эффективнее, если возьмем в руки гантели или бутылки с водой. Итак, начинаем. Широкий шаг в сторону и приседаем, отводя таз назад до положения параллельно полу. Стараемся вес тела держать на пятках. Делаем вдох, приставляем ножки, повторяем в другую сторону. Помним, что колени у нас не выходят за линию носка. На очереди диагональные выпады. Итак, левой ногой шагаем широко скрестно назад, наподобие танцевального реверанса. И следим, чтобы колено у нас не касалось пола, а переднее, как я уже говорила, не выходило за линию носка. Задерживаемся в этом положении, приставляем ноги, повторяем в другую сторону. Чувствуете, как у вас должно растягиваться бедро, и чем больше оно тянется, тем эффективнее это движение. Завершим тренировку на коврике. Стопы стоят вместе. Ложимся на пол. Отягощение кладем на бедра. Поднимаем таз максимально наверх. Развели колени. Собрали, чувствуя, как касаются коленные чашечки друг друга. Опустили таз, но не до конца. И снова повторяем раз 10 в хорошем темпе. Отлично поработали. Поменьше сидите на пятой точке и больше двигайтесь. Увидимся через неделю. Пока-пока.